Федеральный проект «Доверяй, играя» в России реализуется уже 5 лет. Мариэл к нему присоединилась в этом году, чтобы создать условия для неформального общения между органами власти и представителями добровольческих движений, что в будущем, как ожидается, поможет совместной плодотворной работе. «Доверяй, играя». По инициативе молодежного парламента в Мариэл прошел товарищеский турнир по волейболу. Суть акции в том, чтобы улучшить взаимодействие между представителями власти и волонтерским движением. Подобные соревнования в республике прошли впервые и собрали 3 команды. Сборную Совета работающей молодежи Марийского машиностроительного завода, коллектив аппарата Государственного собрания Мариэл и команду регионального молодежного парламента. Планируется, что следующая спортивная встреча волонтеров и представителей законодательной власти в нашей республике пройдет уже в мае.